Всем привет, добро пожаловать на канал Степлер. Мы продолжаем с вами проходить Хогвартс Наследие. Мы с вами в предыдущей серии сходили вон в ту гробницу. Нашли какой-то шлем. Не помню для чего, вроде бы понравится, чтобы... Ранроку, во. Отлично, его зовут Ранрок. Дальше у нас что там по заданию? По заданию. Нам нужно задание. Изучение тварей. Пойдем изучим тварей. Тик. Туды. Оп, задание есть. Ждать. Ну-ка. Let's play someone as сыграем в поле призывателя. Я так и знал, что ты вернешься. Начнем. А что, я с ним уже играл, что ли? I'm in. Let's do it. Ну, хорошо, давайте Brilliant. Начинать. Отлично. Someone is caught. The ever-changing game. Поле призывателя, игра постоянно меняется, okay. Вроде бы. Ну ладно. Че я тебя уделаю? Ты, может, вылетишь? Ну? All in the wrist. Это как? Слышь? Компьютер читерит. Так не... А как я его еще? Я его сейчас никак не уроню. Ладно. Где там? Акиен. I'll let you have that one. Акиен. Чё мне нельзя уронить? Nothing to it. Расплюнуть. Ну вот и все. That was one for the ages. Спасибо. Ну, так он должен был у тебя улететь. Как ты это сделал? Try to beat that. Да, попробуй-ка перебить, блин. Как я Акия. Делаю? А у меня чё? А, все, сотка ничья. Надо было вообще все улететь и уронить у него. Надо было поставить пару галлионов на этот раунд. Care to go again? Да, еще раз попробую. Grand. You could... Ну почему нельзя так делать? Ладно. The ever-changing game. Ну давай уже ходи. Акия. Соточка, да? А, полтинник, не соточка. All in the wrist. Ну давай попробуем. Акия. Ну, ага, ну у меня 30, да? Lucky shot. И полтинник, да, снова? Ну, конечно. Nothing to it. Расплюнуть. Давай-ка мы тебя выкинем. Пробуем, что будет. Not bad. А чё? Not bad. Ещё что-то? Да, какой... Ну, у меня есть шанс, конечно. Try to beat that. Давай попробуем перебить. Акия.
was one for the ages. Хм, tie game. At least you didn't beat me. А чё? А, опять ровно... Да, блин. Опять ровная игра. Тебе везёт. We should have bet. Давай ещё раз. For another round. Я тебя выиграю в этой фигне. Summoner's Court. The ever-changing game. Ну, давай. Ну. Ну. Как-то можно его отсюда выбить, наверное. Попробуем. Рискуем. Пробуем выбивать. That was one for the ages. Спасибо. Садочка, да? Nothing to it. Вот так вот можно, наверное. Я ему просто помог, да? I'll let you have that one. Ага, записываю в мою пользу, блин. Я тебе просто помог. Что вообще было? Try to beat that. Как он это делает? Ну вот как? Выкинь два. Merlin's pants. Well done. You beat me. Спасибо. Спасибо. No. Так тебе. Удил тебя наконец-то. Bit of good luck. Тебе That's просто all. Немного подфартило. Ну, не расстраивайся, Come now, успокойся, no Леандр. Fine, не надо так расстраиваться. Ну ладно, Better ты молодец, по крайней мере, лучше меня. Скажу остальным, что ты достаточно хорош, чтобы продолжать игру. Другие игроки... Я проиграл сам Мати Дейл. 7 матчей подряд. Другие игроки в поле призывателей решили, раз ты даже меня не смог победить, для них ты и подавно не соперник. А, продолжай тренироваться. Выше нас, Леандр. Продолжай тренироваться в чего-то там. Скажу остальным, что ты прошел испытание на храбрость. До свидания. Так, пошли заниматься. Мне кажется, надо переодеваться, потому что, ну, блин, ну, вот ходить в Хогвартсе. А у меня мантия есть, а у меня мантии нет. Ну и ладно. Значит, буду ходить так. Где эта хибарха? Или это хибара Хагрида? Кабинет по изучению тварей. Понятно. Ждем. Я надеюсь, ты не промок. И... Ага. Все, понятно. Welcome, everyone. Добро пожаловать. Вижу, вы уже познакомились с некоторыми существами, которые мы с вами будем изучать на занятиях. Напомните, что относительно к ним легкомысленно нельзя относиться. Каждый из этих существ по-своему опасен, особенно для тех, кто не умеет с ними обращаться. Но помните, что относительно к ним легкомысленно нельзя еще раз, да? По-видимому, многие из вас подзабыли, как ухаживать за волшебными существами. В таком случае начнем с повторения основ. Сегодня у вас в классе пополнения мисс Добрин. Пожалуйста, на этом уроке помогите новому ученику. Yes, хорошо, Howen. Профессор Ховен. Hello, Привет, Poppy. Я Поппи. Поппи Добринг. Don't worry about Professor Howen's не волнуйся, профессор Ховен иногда преувеличивает все существа, но ее урок совершенно не опасен. Не за мной, отвлекайтесь, пожалуйста, у карликов очень шустрые языки. Хорошо, профессор. Вот, можешь попрактиковаться на Джеральде. Только береги его языка. Какой пуфыстый. Возьми мою щетку, только будь аккуратней. А, и думай о чем-нибудь хорошем. По-моему, тогда ему будет еще приятней. Окей. Ути, какой пусички вообще. Это That's что за тамагочи, блин? Sure Ладно, уверена, ему понравилось. I think
Мне кажется, он проголодался. Дай ему немного корма. Чё теперь? Чё и корм? Нет, это не тамагочи, это какой-то покемон. Интересно, какие дрожжи вкусно для Джеральда, может, как пудинг? Думаю, теперь с Джеральдом подружились. Это хорошо, потому что он очень милый. Точно, он очень миленький и уверен в себе, и чистоплотный. Все молодцы, теперь now, давайте перейдем к вольерам и выберем другое существо. И попрошу быть осторожными, когда кормите и вычесываете их. Мисс Добринг, покажите нашему новичку жмыров в дальнем вольере, хорошо? Иди сюда, жмыров держат вот тут. Так, а ты? За парочку усов жмыра можно выручить пару-тройку кнатов, а может и больше хватит на покупки в Сладком Королевстве. Ты чё, офигел, что ли? Вот дурацкая ты... Дай ему подзатыльник! Имя Мерлина, ты что творишь? А, чудачка Поппи. Что раз переживала из-за никчемного грызунишку? Ее зовут Персифона. Ее зовут Персифона. Говнюк. Это не смешно. Идем. Let's go. Ну, тебе, бедная кишенька, тебя мучили. Я его потом за лохомори. Этим двоим вообще нечего делать на этих занятиях. Будущие браконьеры. Персифона сразу почуяла неладное. Спасибо за помощь, ну что, продолжим? Жмуров тоже нужно покормить и расчесать. Ну давай. Уйти, как ты путала. Ну давай, за ушком еще потеши. Да. А пузика почесать. Ладненько. Жмурам ты нравишься. Хорошего человека они сразу чувствуют, как я. Спасибо. Итак, урок пошел к концу. Пожалуйста, закройте вольеры и можете идти. А я, может, еще хочу кого-нибудь почесать. Вот тебя почесать, например. Так, где наш новенький? А вот вы где, идите на минутку, пожалуйста. Сейчас я всех тут покормлю, почешу сначала. Так. Не-не-не-не-не, вот этот вот, вот это вот. Да, вот. Тварь пока не готова к взаимодействию. Да. На. Уфай. Это что за... А, ты отсюда достаешь эти? С тобой я потом... А, тут еще можно, да? Давай их почешем. Да-да-да, ути какой молодец вообще. Не-не-не. Хорошо, тварь подождет. Оп. Да не ему. Нет, не ему. Ну ладно. А можно так, наверное, каждому, да, дать? Каждого почешем, каждого покормим. Ну? Очень, он скушал. Ну какой умничка вообще. Тебя, наверное, почесать, да? Тебе, а почему? Тебе тоже можно и... Так, тебе не надо, тебя надо, да? Ну, все. А тут кто у нас? Пушишки? Это пушишки? Ять. Я тебя покормим. Теперь тебя покормим. Давай. Прикушай. О, тут молодец. Идем. Теперь можно поговорить с профессором. Hello, professor. Здравствуйте, профессор. Вы хотели со мной поговорить? I did. Да, как вам первый урок по изучению магических существ?
Мне понравилось. Было очень интересно. Думаю, это будет один из моих любимых предметов. Хорошо. Похоже, вы понимаете, что при надлежащем отношении существа могут принести немалую пользу. Некоторые существа поставляют нам волшебные материалы, разумеется, при условии правильного ухода. Выдергивание усов таковым, разумеется, не является. Кстати, вы поступили похвально, но в следующий раз обратитесь ко мне. Yes, professor. Хорошо, профессор. Они ничем не лучше дикарей из банды браконьеров Руквуда, увы. Страдаем от них в основном мы. Там часто попадаются мертвые существа, это просто ужасно бессмысленные смерти. Но кто-то же должен привлечь браконьеров к ответственности, министерство, например. Вы настроены оптимистично, но давайте займемся более насущными вопросами, с которыми мы можем справиться сами. Профессор Уизли попросил меня подготовить для вас несколько задач, чтобы помочь вам догнать сверстников. Ждите от меня сову. А пока советую вам изучать как можно больше различных существ. Да можешь не шептать. Поппи, ты что-то хотела? Благодарить тебя еще раз за то, что вступился за меня перед этими негодяями. Ты прям как Авгурий в полуденной не успел. Я очень надеюсь, что это хорошо. Это наше с бабушкиной выражение означает, что кто-то или что-то приятно удивили. Во всяком случае, мы так решили. Не мог же я просто стоять и смотреть, как они мучают бедолагу. У нас с тобой похожие взгляды. Вообще-то, именно поэтому я решил тебя с кое с кем познакомить в лесу. Не стоит волноваться? Даже не знаю, в чем вообще дело. Увидишь, тебе нечего бояться, честное слово. Ну, пошли. Я бы не позвал туда, кого попало. Вообще, это ты первый. Правда? Тогда спасибо за доверие. Я говорил, мы с тобой похожи, это неожиданно, но приятно. По-моему, сегодня отличная погода, правда? Поппи, куда ты меня ведешь? Знаешь, лучше я тебе просто покажу. Гиппогриф? Не волнуйся, мы почти пришли. Еще немного пройдем. Отойди. Гиппогриф. Познакомься с Крыланной. Она красавица, верно? Ну давай, подойди и познакомься, только не забудь. Перед тем, как приблизиться к гиппогрифу, нужно проявить уважение. Ну, давай еще. Что-то больно быстро. Так и знала, никогда раньше не видела, чтобы гиппогриф так быстро подпустил кого-то к себе. Теперь можешь покормить ее и почистить ей перья. Ну, давай почистим. Ну что, что-нибудь вкусненькое, и рассказываю, что про Хогвартс. По ней этого не скажешь, но она ужасно любит сплетни. Ах ты, сплетница какая, а. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну что, как тебе Крылана?
она великолепна. Я думал, она великолепна. До сих пор не могу поверить, что мы вот так и знал, что подружимся. Так значит, это к тебе прилетает гиппогриф, которого видели ученики над запретным лесом. Все может быть. А ты знаешь, что стоит однажды заслужить двери гиппогрифа, и он до конца своих дней сохранит преданность тебе? Я убедилась в этом на собственном опыте. Как именно вы с Каланой познакомились? Это длинная история. Несколько лет назад я спасла ее из лап барконьеров, помогла добраться до безопасного места, и все было в порядке, но с недавних пор все изменилось. Ты, наверное, понимаешь, что эта местность кишит браконьерами, и я боюсь, что они снова ее поймают, а меня не будет рядом, чтобы ее спасти. Профессор Хоуэн тоже говорил о браконьерах и намекала, что в этом деле на помощь министерства рассчитывать не стоит. Мы с профессором Хоуэн редко приходим к согласию, но, боюсь, в этом она права. Влияние браконьеров растет каждый день, встречая их в деревне, и склоняются туда-сюда, болтая с людьми. Они что-то замышляют, знать бы, что именно. Они действительно ведут себя странно и, похоже, что-то замышляют. Вот именно. Надо бы с этим разобраться, узнать, что происходит и чем они занимаются. Думаю, идея хорошая. Знание — сила. Да и чем больше я узнаю, тем легче будет защищать Крылану. Похоже, тебя не остановить. Расскажешь потом, что удалось узнать? Ладно. Мне уже пора, надеюсь, позже поговорим. Так. Явочки. Что-то есть интересное. Так, журнал задания. Почему он с этим пишет эскейп? Хотя можно нажать на кнопку G. Друзья познаются в беде. Лунный мистер, забота о брате, хитроумные ключи. И понятно, не надо по заданиям дальше. Что у нас по заданиям? Надо подождать, наверное. Приветствую. Будет свободный момент. Загляните в Тримтл. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Я как-то рассказывал, что моя сестра, она очень скучает по Хогвартсу. Я на последнее время не в себе, так что хочу напомнить ей себе. Скоро я отправляюсь в Хогвартс и буду рад там с тобой встречаться. Это Кьюбу от Хогвартса, кстати. Надеюсь, тебе удалось освоить взрывающееся заклятие. Одно из моих любимых. Поскольку вы уже посетили урок по магическим счетам, я просил Дека научить вас пользоваться вручей комнатой для самостоятельного изучения этого предмета. Он будет ожидать вас там. Я так давно не получал вести от дяди Роланда, вместо соседей уже беспокоит. Давай встретимся во дворе. А ты кто такая, Дубс? А чё так много заданий стало? Не поместье. Поговорите с Деком. А ты чё используешь? Так, может мне что-то тут... Лопните воздушный Глациус, Флиппенда. Вырастите и соберите урожай водорослей, раздобудьте все три боевых растения, одновременно спрятайте их в деле. Давай сходим в поместье сначала, наверное. Куда нам это идти? Ох, так, карта мира. Ой, далеко-то как. Давай сначала сюда переместимся. Nice to see you, my young friend. Ай, господи, это ты. Тик. Ускориться-то. А, все. Чего? Ой, какое тут управление неудобное. Оказывается.
Винушкой можно управлять, ладно. Ну-ка, стой. Тут такой один. Развернись, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Развернись. Развернись. Вот, все, молодец. Сейчас тебя петрификнут тоталус, блин. Wait till Sebastian hears about this. An ashwinder. Ик. Полетели дальше. Это что такое? Ладно, полетели дальше. А это что? Это лагерь опять. Их много тут вокруг Хогвартса, и только много этих. Ну, этим никто не... Воох, это что такое? Нам сюда нельзя, что ли? This place has seen better days. Мне надо туда экспеллиармус. Если у меня получится, конечно. Экспеллиармус! You will regret coming here. Левиоза! Экспеллиармус! Вот и все. А это кто? Your blood's on Ranrock's hands. Ваша кровь на руках Ранрока? Это типа такого. Ик, погнали дальше. На, это опять Мерлин. Гадкий Мерлин, но мне надо вот сюда. Вот сюда. Ой, опять тут зад... О, кстати, можно сходить продать что-нибудь. Сначала наденем шарф, да? Ну, он больше как Тиврану подходит, чем мне. Ладно. Иди сюда. Hello, nice to meet you. Здравствуйте, рад встрече. Добро пожаловать, я Бернард Дайе. Дайе, владелец этого магазина, чем могу быть вам полезен? На товары, что у вас можно купить? Ой, перо. Мух, мех. Мех пушишки. Браконьер, что ли? Так, это можно продать, продать. Вот это очень, кстати, интересно. Продать и продать. А, у меня еще два неизвестных предмета, хорошо. Have I mentioned your welcome to stop by any time? I should think of it. Так. Все. Погнали сюда. Ждать. А вот и ты. А вот и ты.
Enjoying the view. Наслаждаюсь видом. Стараюсь ничего не упустить. Теперь прийти в вкус здесь стало опасно с тех пор, как сторонники Ранрока начали проявлять особый интерес к этому замку. Это замок Руквуду. Мой дядя Соломон, бывший мракоборец, но он не хочет в это вмешиваться, даже после того, как кто-то из них проклял Анну. Может быть, для этого он даже посмел использовать на палочку. Мне довелось слышать, что гоблины называют волшебников носителями палочек, у него устанавливают. Именно, вот почему мне так нужны ответы, чтобы исцелить ее. Сперва нужно разобраться, что с ней произошло. Даже среди нас, троих, Анна всегда отличалась особой безбашенностью. А ты знаешь, нас с кем-то, надеюсь, она обрадует меня и новому другу из Хогвартса, может, даже станет немного похожа на себя прежнюю. Пойдем, я отведу тебя к моим. Креси, во, я ее вылечу, так как я умею колдовать древнюю магию. Feldcroft used to be a lot раньше в Фелдкрофте было много чего, там теперь здесь полно приспешников Ранрока, и жители стараются сидеть тихо. Мы пришли, моя сестра должна быть внутри. Ты, может, первый зайдешь? А, ну ты первый зашел. Ага, Себастьяна, откуда ты? Это то, о чем я думаю? Мы ведь уже говорили, эй, Моква не может снять проклятие, ничего не может. Чем скорее ты поймешь это, тем лучше. Но мы еще не все испробовали. Не исцелить ее нельзя, когда ты уже с этим смиришься. Никогда, я никогда не смирюсь. Но вы вообще два молодца, кричите прямо перед больной девочкой. Это что ты сделал? Она... Ладно, уходи. Извини, что тебе пришлось на... Да, нормально. А у тебя... Тебя мантия в платьишко превратилась. Ладно. Говорите с Анной и Соломоном. Не, давай поговорим сначала с девочкой. Мне ее жалко. Прошу меня простить, тяжело переносить эти приступы боли. Да, все нормально. Как ты, Анна? Надеюсь, я тебе не помешаю. Все в порядке, правда, мне хорошо. Боль от проклятия накатывает волнами и приходит внезапно. Тут некого винить. It's nice to meet you, by the way. Кстати, приятно познакомиться. Ты стала быть новой пятикурсником, о котором говорил Себастьян. Да, мы с Себастьяном провели весьма яркую дуэль на занятии по защите темных искусств. Так и познакомились. А, да, у профессора Геката. Она могущественная ведьма. И умеет держать везде таких учеников, как мой брат. И я. Я скучаю по Хогвартсу, но я бы охотно жила и в Фелкфорде, когда бы здесь не было так затратно. Эти гоблины возле замка и дяди всегда бронятся с Себастьяном, когда он дома. Это больше не уютное местечко, каким я его знала. Себастьян упоминал, что ваш дядя был мракоборцем, но отказался разобраться с сторонниками Ранрока. Надо сказать, это было неожиданно, он так заслился. Дядя Соломон раздосадован тем, что случилось со мной, и тем, что Себастьян считает, будто может снять проклятие. Они добрые намерения, я знаю, но дядя прав, проклятие нельзя снять, я это чувствую. Себастьян не в силах меня излечить, может быть, ты поможешь ему это понять. Да ладно, он принял решение, боюсь, что это все за Себастьяна, похоже, он не откажется своего решения. Остается только надеяться, что вскоре он осознает тщетность своих поисков лекарств. Я устала, наверное, стоит отдохнуть. Спасибо, что заглянул. I wish you well. Всего доброго. Ревелио. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий, но ты понимаешь, о чем я, надеюсь, тебе лучше, Себастьян. А письмо можно оставить? Письмо от Анны Селло адресовано себе. Не трогай мой набор. Зельевара, он не твой. Хорошо, я не трогаю.
Там яблоки поесть. Ладно, пошли дальше. Что ж ты тут бегаешь-то? Давай с ним поговорим. Этот мальчишка все, мне все нервы. Та... Эй? Дядя? Excuse me, Mr. А ты прогрузишься? Oh, yes. Прогрузился. Ах, да, вы же друг Себастьяна. Простите моего племянника, он не понимает, что пора остановиться. Я собирался навестить Анну, но вы, кажется, были в доме. Как она там? Она в порядке. Сказала, что ей нужно отдохнуть. Ей уже ничем не помочь. Может быть, вы просто еще не нашли средства, способные ее исцелить? А, да вы говорите точно как Себастьян. Тоже считаете себя умнее целителей? Понесмогу, может быть, целители ведомые все средства? Себастьян стремится помочь сестре. Если средство существует, он его найдет. Ваша вера в идеи Себастьяна — чистое безрассудство. Она стала жертвой темной магии, и гоблины не спешат объяснить, что к чему. Жестко давать ей надежду сейчас мы можем лишь заботиться о ее комфорт и беречь сторонников Ранрока. При всем уважении, сэр, надежда может помочь Анне и не пать под духом. Может, у вас и добрые намерения, но я знаю, как будет лучше для Анны и для Себастьяна. Они же дети моего брата, такие же упрямые, как он. Особенно Себастьян. Если вы действительно хотите помочь, убедитесь, что Себастьян поступает правильно, а не творит, что думается. Он даже не представляет, сколько дурного может сотворить, если не остановится. Надеюсь, вы запомните мои слова. Хорошего дня. Нужно посмотреть, как Себастьян. Все, у тебя маленькие нормальные теперь. Почему он меня не слушает? Речь ведь идет о моей сестре. Как ты, Себастьян? Ну вот, теперь и ты получил представление о том, с чем мне приходится иметь дело. Прошу прощения за дядю. Он зол, знаю, но его поступки продиктованы благими намерениями. Он всегда злится с тех пор, как умерли мои родители. А после того, как она пострадала, он стал просто невыносим. Мне кажется, он винит меня в случившемся, все твердит, что я весь в отца, будто это какое-то оскорбление. Я один пытаюсь ей помочь, а он просто махнул на все рукой. И Анна, и ваш дядя, похоже, искренне убеждены, что больше ничего нельзя сделать. Я отказываюсь в это верить. Она сильно страдает, и не только физически, она полностью переменилась. Я так скучаю по сестре и собираюсь вернуть прежнюю Анну. Пойдем со мной, я покажу тебе, где это произошло. А не проще всем вот собраться и поговорить? Сторонники Ранрока способны на такие вещи. Их не ожидают, не стоит их недооценивать. Ты, может, пойдешь? Бежали. Весь этот мусор от того, что делают в том заброшенном поместье. Они пытаются что-то раскопать. Вон там, на том плато, они наслали проклятие на Анну. Нам сюда. This way. Ну, так... А, бежать нельзя, да? Топ... А я сейчас тебя отпишу. Иди сюда! А чё, ну тебя? Ну, слышь? Кто ещё туда это меня? На. Ой, тут еще что ли? А можно? Так. Так. Это уже это была твоя последняя ошибка. Не, я тебя раздавлю, как и на... Кого? Я бы знал, что ты имеешь в виду. Так, надо все выпить. Это чуть-чуть было.
Подожди. Все. Как-то больновато. Слегка. Ну, чуть-чуть больновато, да, вот скажем так. Да, конечно. А можно? Можно. Только ты в него не попал почему-то. Воу-воу-воу-воу-воу, ты кто? Ой-ой-ой, это жестко. Все, да? Должен признать, такого я не ожидал. Я тоже не ожидал. Так, рябиновая. Еще все, больше ничего нету, что ли? Ого. Почему я у себя? Я же собрал рябиновый твар, нет? Еще один. Ну ладно. Поговорим. От сторонники Ранрока получили по заслугам. Полностью согласен с тобой. Именно здесь все и произошло. Среди ночи мы почувствовали запах дыма, а выглянув из окна, увидели, что из окна поместья вырывается пламя. Но дяди не успели ее остановить, она выбежала наружу и помчалась к горящему дому. Она беспокоилась, что кто-то из жильцов мог пострадать. Она столкнулась лицом к лицу с ордой гоблинов, лихорадочно пытавшихся потушить огонь. И тут кто-то невидимый в дому произнес единым голосом: «Дети должно быть видно, но не слышно», а потом ослепительная вспышка. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child. Они отреагировали на идущего мимо ребенка. Что они хотели скрыть? Я тоже все время об этом думаю. Мне не дает покоя мысль, что в этом месте должна быть какая-то зацепка, которая приведет меня к тому, что кто проклял Анну. Но это может быть единственный способ узнать, что за магия причинила ей вред, и понять, как ее исцелить. Возможно, сторонников Ранрока везде довольны, но сюда они, похоже, навязываются частенько, и может стать статься, что они что-то прячут. И в замке Руквудов. Давай осмотримся. Похоже, они развели лагерь именно здесь, не просто так, у них повсюду посты. Я слышал, такие гоблинские раскопки сейчас повсюду. Странно, что министерство не пытается в этом разобраться. Да, министерство, скорее всего, с ними заодно. Ой, сундучок. Тут еще вон что-то есть. Сейчас мы тут все осмотрим. Денежек пособираем. Так. А, вон, можно взаимодействовать, да, с печкой. Кто же тут жил? Это место заброшено, сколько я здесь живу. Говорят, тут когда-то жил хогвартский профессор столетия назад, но это все, что я слышал. Ну, просто статуя. Это чё? Always armed and ready for Сторонники Ранрока всегда вооружены и готовы к бою. Возможно, стоит осмотреть сам дом. Да, конечно. Пойдем осмотрим. И я про это же, что нам было сразу сюда. Колодец, лавка и еще что-то. Да, колодец посмотрим. This well looks familiar. Что-то мне это напоминает. Что тебе это напоминает? Sebastian. Себастьян, я все это уже видел, и домой колодец. В общем, это ведь незнаком. А, это сюда они пришли. Одну минутку, я сейчас все объясню.
сюда пришли эти профессора, а тут жила эта... Как ее? Блин, я забыл, как её зовут. Себастьян. Себастьян, сюда. Do you think that this was damaged by the fire? Думаешь, они там из-за пожара, который был, когда прокляли Лану? Может быть, хотя... Так, по мне, это сделано преднамеренно. Ты что, я еще не посмотрел? А, ну все, да, вроде бы. Себастьян. Себастьян, в этом доме когда-то жила преподаватель Хогвартса сотни лет назад. Кому? В этот день в запретной секции мне попался мут памяти, в ней хранилось воспоминание о том доме. Там была маленькая девочка, а еще было очень сухо. Хранители показали мне и другое воспоминание. Эта девочка стала преподавателем Хогвартса, ее звали Исидора Морганак. Она тоже была хранителем. Что за хранители? Какой еще мут памяти в библиотеке? Ничего не понимаю. I realize it's a lot да, это не просто нет уверенности, что я все до конца понимаю. Они назвались хранителями, потому что защищают некое знание. Это как-то связано с сейфом в Гринготсе. Скажи-ка мне, я правильно понимаю, что за тобой находится Ранрок и Рутл, потому что у тебя какая-то вещь из Гринготса, куда тебе забросило через портал? А теперь ты еще и видишь воспоминания, оставленные хранителями? А, да, этот дом принадлежит преподавателю Хогвартса, который был одним из этих самых хранителей сотни лет назад. Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты все это придумал. Да, уж звучит как фантастика, если так поразмыслить, но я хочу сказать, что и у тебя, и у меня есть причина обыскать этот дом. Ты хочешь выяснить, что стало с Анной, а я разузнать побольше о хранителях. Кто-то прямо говорил здесь, может, этот... Is it blocking something? Only one way to find out. Так, в подвал. Ravelio. Зачем здесь нужно было? There might be something here. Надо было внимательно смотреть, что там. They've left all of this simply strewn about. После них тут настоящий бардак. Видимо, они искали что-то ценное. Я приехал сюда со знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия ждет... А, ждет, жаждет исцелять. А я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы мне не только применить мое особое умение для блага дела, но и узнать много нового. Похоже, эти записки с Дагуры... А, вон еще одна. Я уже вторую неделю в лагере, каждый день привозят все новых больных. Врачи маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Корпь почти осязаем от тех, кто оправился от чумы, никогда не оправится от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные не правы. Я способна помочь этим несчастным, на мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isidora's. I should hold on to this. Где еще записки? Ага, можно. Чего? А, это плющ. Либо барабаны, да? You're not going to believe this. Не поверишь, я вижу... I can see the undercroft. Крипту? What? A daydream? Грязью, что ли? Со мной... Because that happens со мной такое тоже too. Бывает. I know it sounds strange, honestly. Но, честно говоря, меня уже ничего не удивляет. Fair enough. Логично, я вижу крипту сквозь эту каменную стену. I can see the undercroft through this stone wall. Такое случалось и раньше. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability. У меня редкая способность распознавать шепот древней магии. Не знаю, чего именно я ожидал, но точно не этого. Так и знал, что ты от меня что-то скрываешь. И что это вообще за древняя магия? Ancient magic. What does that even mean?
Я не скажу наверняка, но по словам хранителей, это могущественная магия, предназначенная лишь для избранных. И ты можешь ее использовать? Не знаю, но мы с профессором Фигом думаем, что Ранрок научился каким-то образом использовать эту силу. Хочешь сказать, что гоблины способны владеть магией волшебников? Именно, это мы и пытаемся выяснить, но я точно знаю, что это моя способность позволяет перемещать сквозь окна. Постойте-ка, значит, мы можем попасть в крипту прямо отсюда? Аминис будет поражен. Можем, но пока лучше держать это в тайне, даже от Аминиса. Ясно, что ж тогда, давай проверим этот невидимый тайный древний магический проход. Прямо хочется затаить дыхание. Да хватит меня трогать. Чего вдруг дверь привела нас сюда? Себастьян, гляди. И? Записка. Зачем прятать? Еще такое ощущение, будто мы что-то упускаем. Записка, давай посмотрим. Что-то на древнемагическом. Записки, я нашел что-то полезное? Рунический символ, такие использовали хранители. Я тут подумал, много лет назад в этом доме жил один из хранителей, а потом явился Ранрок с хитростями, чтобы все здесь обыскать. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию. Как думаешь, может на Анну упало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь, но лично я сомневаюсь, следов древней магии возле твоей сестры не видно. Что ж, ладно, но это не значит, что она тут не замешана, мы все еще слишком мало об этом знаем. Верно. Может быть, это триптих поможет нам найти ответы. Тогда нам нужно разобраться, в чем тут дело. А я пока встречусь с Омнисом. Не беспокойся, я ничего ему не скажу. Я говорил, что, возможно, у Салазара Слизерин был тайный секрет здесь, в Хогвартсе. Нет, пожалуй, стоит его поискать. Есть идеи, где бы он мог находиться? Понятия не имею, Омнис только об этом знал. Я расскажу тебе, если что-то выяснишь. Я думал бы просто навести Манну, а у нас все вышло. Мне надо привести мысли в порядок, но я рад, что ты все мне рассказал. Я с тобой свяжусь, жди вестей. Так, а как отсюда выйти? Или не выходить отсюда? Здесь и остаться? Так. У нас еще по заданиям осталось. Эльф, хватит мешок, ткацкий станок. Ладно. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте на колокольчик. Всем пока.